миллиарда долларов, присужденных стокгольмским арбитражем. Это сообщили в российском концерне и подтвердили в «Нафтогазе». Такая выплата – часть сделки, согласно которой Россия и Украина обнули от взаимной претензии по газу с 1 января. Договоренности стали частью нового протокола о газовом сотрудничестве. Стороны подписали его 20 декабря. Об этом министр энергетики Александр Новак заявил в интервью телеканалу «Россия-24». 31 декабря заканчивает действие контракт на транзит газа, заканчивает свое действие и контракт на поставку газа, подписанный еще в 2009 году. И в первую очередь, конечно, это касалось договоренностей об урегулировании всех споров, которые были накоплены за последние годы, очень большое количество. И там споры оценивались в несколько десятков миллиардов долларов. А там целый клубок взаимных претензий. Поэтому сейчас вот договорились о том, что с 1 января с нуля обнуляются взаимные претензии. Будут сняты аресты имущества в счет там принятых решений по судебным искам. Что касается объема транзита газа и сроков, мы здесь тоже нашли взаимоприемлемое решение. На 5 лет будет подписан контракт на транзит газа. При этом не исключается и дальнейшая возможность транзита газа. Глава Минэнерго Новак также не исключил, что «Северный поток-2» сможет достроить трубоукладчик «Газпрома» академик Черский, который сейчас находится на Дальнем Востоке, но потребуется время на подготовку судна. Министр ожидает запуска газопровода до конца будущего года. Не исключено, что достроить его все же сможет и швейцарская голландская компания «Алсис». Ее суда недавно прекратили работы из-за американских санкций. Во всяком случае, в пятницу Госдеп США разъяснил, что подрядчики «Газпрома» могут избежать санкций, если прекратят все свои работы до 20 января. Между тем, в пятницу Россия и Украина продолжили переговоры по транзиту газа в Вене. После выплаты «Нафтогазу» почти 3 миллиардов долларов Украина планирует подписать мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий в 7,5 миллиардов долларов. Какая страна в итоге уступила больше, мнение замдиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергобезопасности Алексея Гривача? Мне кажется, что обе стороны пошли на уступки. Можно там долго спорить, кто больше уступил, но, как правило, стратегические цели, связанные с такими вещами, как транзит газа, безопасность поставок, они стоят дороже всех взаимных уступок, потому что Россия рисковала потерять часть европейского рынка, Украина рисковала потерять полностью транзитный статус и подвергнуть вообще, ну, дестабилизации и свою экономику в долгосрочной перспективе. Они окончательные или остались какие-то спорные моменты есть еще до сих пор? В целом положение протокола достаточно ясно описывают весь комплекс договоренностей пакетных. Они предполагают урегулирование всех претензий по действующим контрактам, чтобы на свободу с чистой совестью и в Новый год, и в новый контракт. Стороны отказываются от всех взаимных претензий, и при этом «Газпром» выполняет уже вступившую в силу решение стокгольмского арбитража. Это позволит двигаться дальше, заключить новый контракт 5-летний на транзит, разделить риски между «Газпромом» и «Нафтогазом» от нестабильности украинской регуляторной системы. Алексей Гривач ожидает, что в новом году будут забронированы мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа. Далее в 2021-2024 годах транзит составит 40 миллиардов кубометров ежегодно.